течение 2 дней в главном корпусе Ярославского государственного университета имени Демидова проходил открытый чемпионат по спортивному программированию. В нем принимали участие студенческие команды, составленные из 3 студентов очной формы обучения. Организатором соревнований выступил математический факультет ЯРГУ. В течение 2 дней проводится открытый чемпионат по спортивному программированию. В нем принимают команды по 3 человека из Ярославля и других городов, таких как Иваново, Кострома, Орел, Москва и другие. Подобного рода мероприятия проводятся для того, чтобы студенты смогли проявить себя, показать свои способности, навыки, как-то развить себя, то есть им предлагаются задания, возможно, даже сложного уровня, но они смотрят на эти задания и пробуют их решить, и это помогает им в развитии. Мы от волонтерского корпуса Ярославского государственного университета принимаем участие в очень многих мероприятиях. Мы сами это проходим, можно сказать, каждую неделю, и мы понимаем, как это сейчас сложно и волнительно для участников. Такие соревнования, на самом деле, очень интересны, но о них знают по большей части только участники, и вот мы хотим это исправить как-то. В первую очередь сюда приходят, потому что это интересно. И если они удовлетворят свой собственный интерес, участвуя в этом, то это значит, мы все правильно делаем. Соревнования организованы по правилам ACM – Международной студенческой олимпиады по программированию, имеющей уже 40-летнюю историю. До этого она проходила во многих регионах страны. Наконец, площадкой для ее проведения стал Ярославль, где собрались молодые IT-специалисты, желающие показать свои способности в решении нестандартных задач. Победители и призеры получили подарки от организаторов и спонсоров ведущих IT-компаний региона.